Депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков высоко оценил деятельность работников жилищно-коммунальной сферы территориального управления «Успенская». То, как работа поставлена здесь, она заслуживает наивысших оценок. И вот я часто здесь бываю, в Успенском, в Горках, и прекрасное ведение хозяйства. В общем, я думаю, что многие европейские города могут позавидовать тому качеству работы, организации, сетей, дорог, вот какие есть здесь, на этой территории. В честь Дня работников торговли, бытового обслуживания и ЖКХ за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм в работе парламентарий вручил благодарственные письма Мособлдумы сотрудникам МБУ специализированная служба «Успенская». Низкий вам поклон. Поздравляю вас с профессиональным праздником и продолжайте делать свою работу на высшем уровне. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».